Всем привет! Всем привет! Вы находитесь на канале Лиска Китти. Да. Сегодня мы вам покажем вот такую интересную раскраску рисуем водой. И у нее даже есть секрет. Попозже мы вам его расскажем. Да. Ты знаешь ее секрет? Да. А еще вам покажем вот такой альбом с наклейками. Удивительные кексики. Да. Чего здесь только нету. И пироженки, и печенюшки, и кексики, и тортики, и много-много разных сладостей. Что мы первое будем показывать? Ой, кто это у тебя? Розовая собачка. А что она у тебя умеет? Меня зовут Розочка. Розочка, покажи, что она умеет. Ого, глазки светятся. Это она гавкает? Ой, какая пищащая собачка. Смешная. С горящими глазами. Смешной песик. Привет, ребята, я Розочка. Хорошо, что мы первое будем показывать? Вот это хочу, вот это хочу. Будем рисовать водой. Внутри есть маркер, вот он. Мы сейчас туда нальем водичку и будем рисовать это, им по-моему, какая-то картинки. Кисточка. Кисточка? Ну, она маркер называется. Вот такой кисточка-маркер. Он открывается, и сюда наливается водичка. Книжки, 4 картинки, которые надо разукрасить. Первая, вторая, третья и четвертая. А на картинке еще есть циферки. Их надо будет соединять и разукрашивать. Вот книжки. Надо задания выполнять и разукрашивать. Вот, например. Задания надо всякие еще выполнять в книжке? Да, вот. Найти что-то? Вот. Здесь нарисовано, что надо будет найти на картинке, когда разукрасим. Начинаем с единички. Сейчас я найду один. Вот. Марки рисуют водой. Крыска в окошке. Собака, только пожалуйста, на картинку, не гавкай. Хорошо, я не буду гавкать на картинку. А то я хотела только погавкать тут на кошечку. Ну, это просто картинка. Смотри, все люблю. Еще одна киска в окошке. Ничего себе. Три киски. Да. Ого. Собачка, смотри, какие кошечки. Ух, сколько кошечек, прям так и хочется погавкать. Получилась целая ферма. Здесь полная котят. Да, а сейчас надо будет найти. Что надо будет найти, смотри. Три кошечки. Раз, два, три. Уже нашла, Алиса, три кошечки. Три улитки. Раз, два, три. Правильно, теперь 8 стрекоз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правильно. И 9 подсолнухов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодец. И 9 подсолнухов нашли. Все задания выполнили. Разукрашиваем дальше. Вторая картинка – петушок. Собачка, тебе нравится? Ой, какой классный петушочек. Прям так и хочется закукарекать. Можно я закукарекаю? Да. Кукареку! Ку-ку.
На третьей картинке корова. И на четвертой картинке у нас лошадка. Вот такая раскраска. Красочные картинки получаются. А секрет в этой раскраске, Алиса, расскажешь какой? Что потом осязать, снова можно нарисовать, высыхать. То есть. Правильно. Картинки через какое-то время высохнут и опять станут белые. И можно заново рисовать. Да. Бесконечная раскраска. Да. А теперь покажем книжку с наклейками. Давай сейчас смотри. В книжке есть иллюстрации со всякими сладостями. Даже вот тортики такие. Мороженки. Кексики. Еще один тортик. В общем, разные-разные. И пончики есть. И чего только нету. И конфетки даже вроде есть. А еще в книжке есть наклейки, которые надо будет приклеивать и украшать сладости. Много-много разных сладостей здесь прямо. Дошла я до наклеек. Их надо отклеивать и наклеивать на сладости. Украшать. Смотри, какие красивые наклейки. Ого себе! Столько красочных наклеек. Да. Прямо они такие вкусные, аппетитные. Хочется. Так и хочется прям съесть их всех. Ну, это просто наклейки. Жалко, жалко. Это просто наклейки. Давайте теперь выберем, что мы первое будем украшать. Да. Выбирайте с собачкой. Давай первое, вот это. Кексики? Да. А на этом листике нарисованы рецепты, как можно украсить сладости. Да. Готовили мы кексики, а теперь будем их украшать. Собачка, тебе нравится? Красотень! Все? Кексики мы с тобой уже сделали. Да. Вот это. Ого! Разноцветный торт сейчас будем украшать. Вот такой получается у нас тортик. Осталось только приклеить свечки. Тортик готов. Мы чем-нибудь его еще будем украшать? Да. Смотри, вот здесь на розовом еще можно что-нибудь подприклеить. Вот здесь на желтеньком, да? И вот такой получился тортик. Классный? Да. Есть будем его понарошке? Ням-н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 ям-
Мороженки мы все украсили. Ого, какая вкуснотища. Я хочу вот эту. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Собачка, я это не для тебя готовила. Да вот. Не для меня, для розовой собачки, розовая мороженка. Да. Ну ты, Лиска, молодец такая прям. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусная-вкусная. Это всегда было для меня и для тебя. Ням-ням-ням. Ну я с тобой поделюсь. Давай, кушай со мной. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Вкусно. А сейчас будем делать печенюшки. Вот и печенюшки готовы. А где моя печенюшка? Розовая с бабочкой. А это моя. Ням-ням-ням-ням-ням. Попробуй мою. Ням-ням-ням-ням. Вкуснота такая. Вкуснее какая? Вкуснее с бабочкой. Где мои? Смотри теперь, что мы будем делать. Ага.
Вот это, наверное, коктейль, а это, наверное, какие-то тоже пироженки. Да. Сделай. Еще бы попробовать такой, да, вкуснячий. То у нас дальше смотрим. Ну, кексики, у да? У нас уже были. Кексики были. Вот. Пончиков не было. Делаем пончики. Ага. И тоже очень аппетитные получились пончики. Да. Какой тебе больше пончик? Вот это типа пончика мне нравится. Вот пироженки, да, мы такие не делали. Давай такие сделаем, да. Давай. Ну, все украсили мы, да, вроде? Да. Ого, красотища и вкуснотища. Что мне будем предлагать? Я тебе предложила вишневый пирог. Пироженку вишневую? А вот это для меня. А дальше у нас пряники. Да. А вот и прянички. Прикольные получились? Да. Пряничный домик и пряничные человечки. Да. Давайте еще сделаем тортик какой-нибудь и будем заканчивать. Да. А то и так вы уже с собачкой объелися. Ого-го, сколько сладостей. Вот и готов наш свадебный торт. Собачка, тебе нравится наш свадебный тортик? Да! Такой нежно-розовенький. Очень хорошая книжечка с наклейками. Наделали мы сегодня с Алисой много-много сладостей. Да. А что вам больше всего понравилось? Вот что. Вот такой тортик со свечками? Да. Алиса с собачкой такой тортик понравился больше. Ребята, напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось из сладостей. Собачке понравились всякие сладости на пирожнике. И разукрашивали водой сегодня раскраску. И я сейчас покажу, что с ней случилось. Опа! И она стала опять белая. Покажите. Картинки опять белые, можно разукрашивать. Бесконечная раскраска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока всем.